полудню на избирательных участках Владивостока особенного ажиотажа не наблюдалось. Даже в обычно оживленной гимназии номер один народу немного. Нарушений избиратели не фиксируют. К 18 часам явка избирателей составила чуть больше 26%. Лидером края по явке стал Дальнереченск. А Владивосток – единственным муниципалитетом, в котором явка не превысила отметку в 20%. Традиционно у нас всегда лучше голосуют дальние районы, и город, к сожалению, у нас всегда на последнем месте по явке. Из районов города Владивостока Фрунзенский район 17,18, но это явка за счет голосования на судовых участках, которые у нас голосовали досрочно. А так в среднем Ленинский, Первомайский, Первореченский это 6, и немногим больше еще с хвостиком. И по Советскому району 7,28%. Глава Владивостока Виталий Веркиенко исполнил свой гражданский долг на избирательном участке номер 925 в 20-й средней школе на острове Русский. На выбор он приехал вместе с семьей. Также глава Владивостока оценил, как идет голосование за проекты благоустройства. Напомним, в единый день голосования в столице Приморья выбирали проекты по благоустройству городских территорий. Собственные варианты были у каждого района города. Всего 41 проект. Я считаю, что все нужно ремонтировать, но из приоритетного. То есть для... Хорошо. И ваш автограф, пожалуйста. Спасибо. Во Владивостоке работало 242 избирательных участка, в крае – более 1300. За время голосования в Краевую избирательную комиссию поступило 8 жалоб. Часть направили в правоохранительные органы, другие – в нижестоящие избирательные комиссии для проведения проверок и принятия решения. Факты нарушения не подтвердились. Хочется чего-то, изменений, ну, в ту сторону, которая более-менее нормальная, а не как сейчас. Сейчас вообще бардак. Вообще конский бардак. Ну, я жду преобразования Владивостока, чтобы было лучше, хорошо, жилось и культурнее, и дороги были хорошие, могли ездить спокойно. Ну, в основном-то и бензин, может быть, упал бы в цене бы. К 10 часам утра 10 сентября все протоколы участковых избирательных комиссий ввели в систему ГАЗ-выборы. Явка составила чуть более 30%. Однако ни один из кандидатов не преодолел порог в 50%. Голоса избирателей на выборах губернатора Приморского края распределились следующим образом. Андрей Тарасенко, «Единая Россия» – 46,76%. Андрей Ищенко, КПРФ – 24,67%. Юлия Толмачева, партия пенсионеров – 10,7%. Андрей Андрейченко, ЛДПР, 9,21%. Алексей Козицкий, «Справедливая Россия», 4,84%. Два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов избирателей, вышли во второй тур. Между единороссом Андреем Тарасенко и коммунистом Андреем Ищенко приморцам предстоит выбирать уже в конце сентября. Светлана Садовая, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.